А что, если боевые деды? Нифига не бьют. Ну нормально бьют, я тестил, типа, ну прикольно. Лечу, опа, боевой дед прилетает. Давай, напрыгиваем на легиона, ребят. Я бью легиона. Давай, давай, давай. Со всех палок бью. Со всех палок. Ух ты, блин. План провалился. Душить! Деды в атаку! Господи, сам дед. Хорош, дед. Хорошо. Дед хорош. Хорош, дед. ЦМ-ку дедами просто. Туда, на колени. Я вот здесь вот так вот еще. Давай тинкера. Я ему давай, 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 сбивает, сбивает. Я тпхнусь, дядь. Да зачем, не вылазь. А он догернулся. А вот. Сюда, дорогой. Ты че? Это хинозет гайды. Гайды. Ну что, ребята, а что касаемо видоса, я посидел немножко, поразмыслил и додумался до одной идеи. А как я до нее додумался? В принципе, легко. Я просто задумался, а что если боевые деды? Сегодня у нас уникальный тематический выпуск видоса, друзья. У нас сегодня нереальное количество будет контента и, конечно же, небольших квестов в игре, которые я постараюсь сейчас не упустить и рассказать вам все максимально детально. Но перед вот этим всем рассказом обязательно поставьте лайк за старание. Конечно же, кто не подписан, подписывайтесь на YouTube канал. Ну и, друзья, смотрите другие видосы на канале. Не забывайте. Смотрите, у нас сегодня очень лютая тема. И эту тему будут помогать мне мои друзья, которые сейчас со мной. Это, ребята, всем привет, как говорится, да? Всем доброго дня. Вот, все у нас здесь, ребята, откликнулись. Пацаны, спасибо вам большое заранее, что помогаете. Короче, у нас сегодня такая тема. У нас есть челлендж. Лютый челлендж. Так как у нас боевые деды, сегодня у нас будет 5 боевых доминаторных дедов. И еще дополнительные деды, которые будут помогать двигаться по карте и выполнять определенные квесты. В идеале эта каточка у нас... Смотри, они тоже решили, оппоненты тоже решили боевых дедов взять. Чем? Ух, ничего себе совпадение. Красавчики. Огр совсем не идет. Так, огр, огр, огр. Огр. Огор. Огур. Надо огура взять. Есть огур, и у нас остается еще крайний персонаж. Я сейчас расскажу всю комбинацию, когда уже ребята допикают, берется у нас варлок. В общем, смотрите, в чем смысл? Мы все в пятером берем по доминатору. При этом Найкс у нас одевает Аганим, одевает Володьку, Риксар у нас надевает барабаны, и Найкс залазит в определенного доминаторного вот этого деда, которого мы переманим. И у нас получается такой супер дед, и рядом еще 4 небольших деда, которые будут помогать. Также мы будем в случае серьезных каких-то ситуаций вызывать Фуриона на помощь, он будет закрывать, и эти деды будут напихивать. При этом это все должно быть, ну, максимально фаново, весело, и я думаю, ну, видос получится прикольный. Так, варлок у нас хочет... Слушай, а я могу лес пойти, в принципе. У меня задача-то какая на Фурионе? Просто, в принципе, прилететь и закрыть в случае чего. Слушай, давай я лес пойду. Иди на В-лимит, постарайся там что-то как-то ваганим какой-то, да, сильно... Пацанов не душить, и Найкса тут тоже нужно очень много. Риксар у нас, в принципе, главная задача — это барабаны. Если у Риксара фарм хороший будет, он сделает еще и Володю. В теории, блин, будет это, по идее, прикольно. У нас проапанные дедочки будут. И ЦМ-ка с одного ультимейта всех убивает. Кура, где саппорт? Сапир. Сапир трак у нас. Сапир трак. Ой, жесть. Короче, блин, не знаю. Я надеюсь, получится прикольно. Правда, ЦМ-ку надо будет минусовать как-то сразу, потому что она колбой будет тормозить очень сильно. Напомню, Аркадий, а доминаторы все собирают, да? Да, доминаторы собирают все, и сразу дедочка можешь переманить и где-то поставить его здесь, чтобы он ждал своего часа, условно. Че, погнали, примем вот этих тараканов. Давай, давай, давай. Я, если что, подзакрою. Вот так сделаю. Найс закрыл, да, что Найкс не бьет. Там ЦМ-ка в обходе. Так, кого бьем? Да, вот этого можно, я думаю.
Я ему третий дал. Давай, давай. Бьешь? А. Нет, забирай. Я, скорее всего, отъеду. Хорош. Ой, там промахи вылетели. Так, ну я еще раз подморожусь, наверное, да? Хотя нет, норм. Пойдет, подразменялись. Пойдет, начало уже хорошее, да? Да, да. Начало хорошее у нас. Два фрага, три смерти. Только я спорты качнул, блин. Жопу помажешь мне, дед? Ну, в смысле, двойкой. Спасибо. Спасибо, дорогой. О чем тут еще можно было подумать? Вазелином, да? Подсмазал чуть-чуть. Так, Анадора. Сделаем вот так вот. Хорошо, Анадора. Почувствуй силу бороды. Почувствуй силу бороды. Так, ну, ребят, пока что занимаюсь фигней. Вот так вот, одного деда возьмем с собой. Ох ты, не захотел он идти. Блин, спорты качнул, конечно, Бибу беру. Короче, я подожду руны. На низу неприятный лайн, да, у вас? Да-да-да. Тут некоторые самка. Давайте, может, я выйду, что-то попробуем суету какую-то поднавести. А. Так, на Иксу, походу... На Иксу ГГ. Я купил. Все купил. Мне было что пойти? Да, иди топ, если что. Что там? Рексар не будет фармить. Ну пусть, если что, да, подвинетесь. Нормально. Че, на мид? Я ТП тоже на мид дам, дядь? Так. Сможем? Так, мне главное лазер. Эх, я так еще дистанцию держу, думаю, главное лазер не поймать. Печалька. Там внизу сложно, лай. Не пойдешь? Ты говоришь? Тебе было не спойти, потому что там для меня сложно, лай. Так, а внизу огур. Ладно, давай. Так. Там чел на тинкере, токсик, походу, лютый. Мне так нравится, что такие токсики, они в лобби сидят тихонько, а как только игра начинается, сразу начинается вот этот словесный понос у них, короче. Мы можем тут даже кого-то попробовать подпринять. Блин, такой долгий. Под Бладластом что-нибудь наковырять. Урионом тут. Можно некро вот этого, хотя у него там гусы есть. Ну, Антоха, обойдешь? Да, свинюкой. Я сейчас пойду. Да. И погнали. Он уже труп. Вот так сделаем. Там ЦМ-ка в спине, но это не проблема, я думаю, запинаем. Хорош, туда его. Сильно там дальше не быкуй. У меня может быть ромищи какой-то рексар. Ну, я тинкероваться надо немного притормозить. Там сейчас хп он с фаталов подсольет, можно будет. Но он очень нагло стоит, потому что это тинкер. Ну, знает силу героя, в принципе, перс. Да, тинкер стоит против Вэлла. Че говоришь, тинкер стоит против Вэлла? Не стоит вообще. Хасту ставит? Сложно стоит. Варлок. Там варлок страдает вообще. А, он сейчас топ. Леш, Кадим, у меня хаста, можем его убить, если что. Думаешь, да я думаю, он на базу побежал. Рак этот. Урфала, но дала. Да, надо бы вниз тогда. Сейчас у меня хп улетают, просто ужас. Кабана, только дождитесь. Да мы-то дождемся. Тут проблема в том, что у нас как-то мы подзажаты. Сильно не выходи пока, постой. Мы тут зажаты, что-то они нас прессингуют. Это женщина и дед старый. Работает очень круто. Вот Сэмка подставилась, побью ее. Кабана заморозила. Кабана можно с руки душить. Я думаю, задушим. Вот этого подзакрою, дядь, ты уйти должен. Пойдешь? Да, улетаю. Там кабан работает. Хорош, еще вот этого на развороте можем. У него 200 маны, еще хил будет и стики. Ну, заберем, думаю. Если герой не будет у меня влево-вправо бегать, как мусор. Хорошо. Хорошо. Я сейчас на базу слетаю, на мид вылечу.
Давайте. В миду надо немножко помочь, потому что там что-то овер хардово. Так, ТП-шечка. ТП-шечка. Хорошо. Че там голема кинул, не забрал, да, ты его? Печалька. Так, ладно, я тебе возьму вот здесь помогайку небольшую. Помогайку. Нормально, нормально, я поставлю тут такую штуку. Но он такой, он, скорее всего, уйдет. Вот там даже, возможно, третий глаз есть. Возможно. А, вот он. Пришел, да? А, он видел меня. Видел меня. У него вард есть. Да, я умер. Что за профессиональные игроки там? Умер. Хорош, хотя бы его забрали. Но у них вот тут вот вард. Печально. Блин, ну с таким стартом будет тяжело делать этот пан. Можем это убить на рысь. Я в таверне. Пока что. Я ему тэшку снесу. Чё, я готов, в принципе, могу вот сюда прилететь, дядь. Я его закрою сразу. У него один тангус. Так, подзакрою, зайди к ним. Лесной болван. Ну такое себе. Ну и чё, дал ты мне промах. Такое себе. У него 6 левел у тебя. Нет, увижу. Сейчас могу, можем снайпера набег. Но у меня МП нет вообще. Вот. Я закрою, у него нет ничего делать. Открой ему, добей его и стой, все. Там в спине, я видел? Тоже. Мусор стоит. А, ладно, понял. Усилики. Нормально, я уйду тоже. Мусор. Мусор. Че, внизу суета, да, у вас там? Вейл там копает. Фанку убил. Я сейчас ультану поверху, могу прилететь. Все, вижена нету, не прилечу. Так, ТП-шечка. Блин, они такие... Что-то агрессивные, да? Да, справимся. Да тут справиться-то мы справимся. Если мы сейчас будем играть вне чаленга, да, это изи-катка как бы. Я не парюсь. Дело в том, что именно хотелось бы хороший квестик выполнить этот. Сможем? Далеко мне фейзов нет. А. Я. Ну, немножко думал, это по-другому пойдет. Дай выйти отсюда. Ладно, тинкер в спине. Могу урон на него кинуть. Найс. Голема, туда его просто, с санными тряпками. Цементка там еще, ребят. Но я могу ТП дать на цементку. У меня так ГДшится долго. Сейчас вот ТП. А, ну у нее тангусов много. Я не пойду, лучше некро тогда. Некро тоже 3 тангуса. Давай цементку. Я цементку ТП делаю. Смотри, знает, что я ТП делаю. Че, 3 глаза, что ли? Ля ты какой, а? Жесть. Слушай, ну это гении какие-то игровой индустрии. На топе суета, да? Не, я на фритайме стою. Хорошо. Найс, Риксара почти барабаны. Блин, ну пока нормально идет. Еще игра, при том, что такая, знаете, не вазелиновая, что выдавливается контент, да. Игра на самом деле потноватая, выразимся так. Вазелин в лесу бегает, мы его не убьем. Че, мы можем в наглую? Ага, у тебя мидас, да, только? Вот сюда, Антох, выйди, пожалуйста, на Риксе. Я сейчас вот здесь вот нажму кнопку. Иду. За Калимдор, погнали. Где этот мюссир? Мюссир. Ну он. Покажешь. Нет, уже нет, дядь, уже нет. У меня этот произошел. Анимационный переполох. Так. Я пришел. Че, тэшку снесем? Да, надо бы. Блин, пацаны там такие жесткие.
Делают что-то хотя бы. Блин, купил маску по кайфу, крипов долбить. ХП сильно не убираются. Серьезно, так. Типа так редко покупаю маску первым слотом. Я тоже маску купил. Хорошо. Так, вот тут обходит. Можем его убить? Можем его убить. Нормально, нормально, он уйдет. Пусть идет. Вот здесь можем. А, некр? Некр, БМ, БМ, некр, смотрите, аккуратно. Пусть БМ пожмет. Я хочу, чтобы он нажал. Сейчас нажмет, дядь, не переживай. Закрывается и нажимается. Можно даже и дядь, я думаю, и БМчик нажать ему. Так, ну, у меня проблемы небольшие пока что. Я убегаю. Я играю. Давай, 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 давай. Цемка, Новый год. Пойдет. Я не умру. Отлично. Так, у меня есть домик, возьму деда сейчас, конечно, но... Не думаю, что что-то с ним получится, потому что... Цементка идет, смотри, какая отважная. Ну, она заход. Думаю. А, нет? Сейчас я помогу ей отправиться. Цементка сдох. Он ТП-шку сейчас нажмет, этот уволень. Души его, туда его, ну я в таверну. Ну нормально. Пойдет. То, что нужно, делаем, главное. Я пошел. Так, Огр-доминатор есть. Бери деда, братка, сразу там и отправляй на базу. Сейчас у меня тоже уже есть дед. И по кайфу. Найкса тоже почти. Так, дед побежал. 1400 хп у деда. Жесть. Там, смотрите, идет Лего, снайпер идет. У Леги даггера нету пока что. Сейчас можно их принять. 2 секунды я лечу. Не сор. Отлично. Принимаем, дядь. Мне кажется, смело прям. Пусть даже на дуэль тебя берет. Либо меня берет. О, Лотар пришел ему, прикинь. Только-только Лотар пришел ему. Некр на миду, да? У меня ТП-шки нету, я бы прилетел бы. А нет? Пока нету, дядь. Все, я раскачал ТП-шку. Анриксары гоняют, да их? Так, у меня есть доминатор. Скоро будет всяк. Та-та-та. Опа! Нашел меня. Но там плохая драка будет. Все, да, все да, тут вот надо уходить. Страшно, врубай. Но они такие, я ж тебе говорю, они что-то прям... агрессивные. Блин. Я на минуту в таверну. Ну покури. Будешь знать, как нападать. Отдыхай. На нас напали. Орда победит. Они просто вон табуном ходят лево-вправо. Есть. Так, ну тут... пока что по квесту тяжело. Слушай, у них возможно третий глаз, потому что смотри, они прям целенаправленно идут за кем-то, да? Вот Найкс там стоит фармит спокойно, безмятежно, они за ним идут. А тут, походу, это черная магия. Черная магия. Око Саурона. Я третий не успел. А, тут еще трое. 3 секунды прилетел. Я не пробью там. Не пробью. Ничего. Я думал, он рипер нажмет, поэтому рейдж пошел. Ванды успел бы кинуть, забрали бы. Давай некро хотя бы, дядь. Хорошо. Так, на этот ультует меня, не сдохну. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Красубо. Я обожаю вот эти реакции, как от Николая. Чисто чел, да? Че, внизу, смотрите, отряд стоит. Я на тэпе. Деда надо тоже взять, а то я... Кстати, а если я доминатор выкину, то дед сдохнет? Не, если ты продашь, то ничего не будет. Опа, дед сейчас подсолит немножко.
Так, ну нужен... Нужен, в принципе, этот. Ой, вы там душите, красавчики, ребят. Нужен этот, как его? Аганимчики, в принципе, можно ехать. Огр почти 11-й, Бладлад замакшенный у него. И можно будет работать. Я на фуре, наверное, гемчик возьму какой-то. Лотар гем. И все. Так, у нас деды там на базе собираются, да, кооперация. Они, короче, продумывают план на данном этапе. Хорошо. Кстати, где там бы стакать? Я пошел где там стакать. Есть еще одна интересная механика, я ее тестил, но она работает максимально рандомно. Короче, если ты покупаешь доминатор, переманиваешь, потом продаешь его, берешь еще раз доминатор, собираешь, переманиваешь, то крипы иногда сохраняются. А иногда рипаются. У меня доминатор есть. Доминатор есть, да, дядь? Ну все, бери деда и на базу их пока. Пусть чилят. Чилят пусть. Я тоже подфармливаю. На топе снайпер, да? Че, можем принять? Или нет? Я пока не вижу, не буду прыгать. В легионы не там хочется. Могут быть толпой. Да, могут толпой, но внизу, внизу лего стоит. Вот тут, скорее всего, вард сейчас поставит. У меня маны не хабы. Давай. Снайпер стоит с масочкой. Все стоят, да. Плюс там вард есть вот здесь вот. Некор ТП дал, значит вард там уже есть. Да оставьте, пусть сами выходят. Фармоните пока. Почильте. Зачильте, сделайте свои слоты и сейчас пойдем драку делать. Могу Володьку дальше сделать? Да, делай Володьку, в принципе, нормально. Кому-то, кому-то надо все равно Володьку делать. Че-то меншин-то стакать хочешь, да? Язер. Да. Ладно, тогда не пойду фармить. Да может фармить, все равно сложно будет забирать. Хорошо. Подстакивай. Блин, это, если честно, у меня так жопа подгорает. Легион. Не-не, тут легион. Ну, сейчас кого-то в дуэль возьмёт, и он бегает. Главное, чтобы не ворлока. Да, я там продамажил чуть ультой, ребят. Чуть-чуть. У вас жаль на 5 минут. Чё, вам халпа, наверное, надо, да? Давай я танкану лучше. Я и сейчас прилечу, ребят. Уже лечу. Цементка там кастует, ребята. Даст и есть, все есть тут, если что. Опа, поймали Рекса, Рекса поймали. Ай, нас... Ой-ой-ой, хорош, хотя бы не таверну не отправили, дядь. То хорошо. Я бы. Все, гоу Б. Так, в принципе, что там у нас? По слотам имеется? У меня по серии есть. Давай тут подстакаем, пофармишь. Стакаем, пофармишь. Я сейчас меда смотрю. Угу. Какой-нибудь. Там в меду пачка. Ну, может мид идти, я тогда тут пофармлю. Сути дела не имеет. Вот пока мы такую файтовую здесь сделали, там деды, прикиньте, на топе суеты навели бы. Ой, правда без этого, без супер деда. Прапанова, ну да ладно. Ну да ладно. Тинкер Тревел купил. О, старый помидор. Пробую пойти завардить. Давай только аккуратно. Аккуратничко. Тихонечко. Так. Хорошочка. Так, у нас тут имеются типочки, да? У нас три деда, да? Других нет пока, да, там доминаторов? Темочка. Темочка. Цементка.
Че там, драться собрались? А мне кажется, далековато, не? Бать на варлока пошел. Да фармите? Че там слоты? Володька там нужна еще, да? По квесту. Не будет. Давайте по квесту, пацаны. Они сами выйдут. Сами выйдут. Я Роркину. Хорошо, я ТП даю. Хорошо. Пойдет. Забрали. Мало ли там еще сейчас кто-нибудь подошел бы. Если честно, я так Тинкера хочу убивать, но соло я его не убиваю. У меня есть так и не нужно. Все есть. Только ульты нет. Тинкера, да, надо, мне кажется, через инфест. Бомбочку. Ну, когда, когда? У меня лотар есть. Я зайду, если что, бэкстебну его. Да, можно. Он сейчас придет, он отсюда не уходит, он уже сколько пачек тут фармит. Он просто его... Да, да, да. Селка. Иду. Его здесь ничему не учат. А ты меня не убьешь, у меня хп много. 1000 хп. Мистер ха-ха. Так, есть. Че, в принципе, Володька есть у нас, дядь? У кого? Риксар. Риксар, да. У меня еще нет, почти еще сколько там. Скинемся, если что. 300 голд. Че, кто-нибудь купит хилку? Я одну куплю. Да, могу. Одну я купил на базе. Я купил их. Хорошо. Отлично. Кура. Ладно, я на базу пойду продам. Сгоняй. Мне до аганима тоже копейки. С воздуха помогать еще дополнительно. У тебя все есть, да, на Нексе уже? Да-да-да. Ну все тогда. Мне аганим там 900. И, типа, ну я в принципе могу не фармить, можно уже комбу делать чуть-чуть. Так, где мой дед? Где мой дед? Дед твой на эншентах, по идее. Так, ну все, у нас деды на базе собрались. У них все хорошо, пиво пьют. Че, с Найксом тогда кооперируйтесь, Риксар? Мой дед идет после работы. Уставший, да, он немножко? Вот пришел, наконец. Давайте подвардимся, может. Что-то два варда, я сейчас... Блин, мне чуть-чуть осталось, я базилку продам, если что. Чуть дофармлю. Так, мой дед вот этот, вот в этого деда, который вот под елкой стоит. В него надо будет залазить. Так. Делаем. Не проще Найкс на другого крипа зайти. Да нет, нужна ауры, чтобы они были, эти деды, сами. Независимые от героев, дядь. Вот такой смысл. Ладно, поехали. Так. Так, ну что, боевые деды, вы готовы там? Собрались? Эй, ребята! Кто там у нас? Паузит? Во-во-во. Чё, по миду? По топу пойдем на топ. Пацаны, боевые деды, в атаку. I will lead the way. You lead the way, да. У нас Огр должен все это пробафать еще. Ну-ка, давайте тут пит-стоп сделаем, пацаны. Да, кстати, Огр. Огр должен забафать себе контор. Есть такое пиво? Так, хорошо. Пойдем по чуть-чуть. Тут у нас Огр чуть подбафывать будет. Так, я на базу слетаю. Надо слепать. Хорошо. Давайте отдельно от крипов, чтобы крипов не забафал случайно. Давай. Хорошо. Так, аганим есть, даст есть, тпшка есть. Бафается, да? Ну пойдем так, почуть пробафаемся, если что. Так, крипочки наши вышли, наши деды. Долби вот этих. Пошло дело. Не, ну это имба. Нифига не бьют. Ну нормально бьют, тестил, типа, ну прикольно. Так, ну если что, боевого деда еще одного надо будет позвать там, который прилетает. Пойдемте к лесу вот сюда, ребят. Красная кнопка на готове. Да, Тинкер тут. Так, прилетаем, вызываем большого деда. А, уже не вызываем, он ТП-шку делает. Ну пойдемте в лес тогда вот сюда куда-то. Если что, я прилечу на основном деде. Нужно будет большого деда вызвать. У нас Бладласты пока дойдет. Хорошо, поехал.
Тут кто-то был. Снайпер. Снайпер. Ну я не успею. Мы его не убьем. А если ЦМ-ка? Лечу, опа, боевой дед прилетает. Давай, напрыгиваем на легиона, ребят. Я бью легиона. Давай, давай, давай. Со всех палок бью. Со всех палок. Ух ты, блин. Смотри, он вообще урона что-то не чувствует, дядь. План провалился. Снайпера можно побить. Сейчас, походу, там вылезут. Найкс вылез, Риксар. Вы уже деритесь, пацаны. Как мужчины. Беремся. Там у Огра дед живой хреначит. Где, 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 где? А, вот. А. Они слишком где? Плотные, деды вообще там ничего не наносят. Уходим. Знаете, что не хватило? Не хватило варлока с големами. Точно мы переворули. Перевернули. Блин, еще и легион, то что и легион набьем, он просто отхилится. Ну да, 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 много еще. Есть. Выживший дед. Выживший. Да, конечно, он не дрался, он филонил. Так, ну то ладно. В следующий, типа, варлок был бы с тревелой, он бы прилетел там на деда и просто напихали бы. Давайте еще дедов возьмем, ребят. Давайте. Надо. Еще разочек. Ну, под Траксой, конечно, да, они были бы такие, на навалисти. Но видишь, варлок, да, типа, тут расчет на варлока, вон варлок прилетел бы там с големами прям. Красиво было бы. Ну, то ладно. Так, дед основной вот здесь вот имеется у нас. Еще бы кирас собрать. Да, но тут не дадут они, у них еще отпуш такой. Тут сейчас пару раз еще сделаем и, скорее всего, будем это, ну, пытаться заканчивать, потому что они я держатся. Я деда нашел, оставьте так. Как деды будут, ребята, сообщать? Мой бежит на базу. У меня вот здесь на миду. А зачем на базу? Вот здесь скооперируемся, наверное, и пойдем. А где мой дед? Стоп. Это ж твой дед. Это ж твой дед, дядь. Что за вопрос? Где твой дед? Я серьезно, где он? А, вот нашел. Нам бы гем, наверное, блин, еще. Да, да, я возьму сейчас место Дастов, дядь. Его ж первее найти, где он, и первее напасть. Сейчас на базу слетаем. Сакета. Если что, опа, варлок на миду страдает. Варлок дышит. Живет, хорош. Отлично. Уходи. Хорош. Только у меня теперь когда. Ничего страшного. Тинкер Даггер идет, ребят. Я гемчик имею, если что. Так. Выхилит один, да? Где он? Ну, там варлок выхилит. Двойка. Можно Рошана пойти, ребят. Пойдем, может, Рошу сходим? Поехали. С дедами, со всей темой. Погнали. Я возьму обсервы. А, обсервов нет. Ладно, тогда в тупую ТП даю. Не буду поднимать тогда. Деды наяривают, чекай. Помогают нам выиграть эту битву. Хорош. В бой идут одни старики. Вот так вот. Пусть, наверное, так. Кто? Я, наверное, возьму, да? Да-да, бери. Или пусть Вейл возьмет. Вейл пусть берет. Да, варлок. Пусть варлок, да, потому что если Лего зацепит, то будет немножко тяжело. Может, тут под вардом кого-нибудь поймаем? Деды, в принципе, заряжены. Дедов можно набафывать. Мой дед, вот он основной. Давайте залезем сначала. Да. Чтобы... Вот этот, вот он, первый. Понял, да? Все, нашел. Хорошо. Давай сюда. Сейчас сюда они по-любому пойдут. Идем. Боевые деды. Цемка идет вардить. Даггер слила. В атаку. Поехала. Давай, давай. А он... Ладно. В атаку, пацаны. Поехала. Душить. Деды, в атаку. Космодесант. Хорош, дед. Хорошо. Дед, хорош. Дальше поехали. Хорош, дед. Цемку дедами просто. Туда, на колени. Так вот. На колени жесть.
Так, я на базу слетаю. Деды тут пока пусть поработают. Так, нет, стоп. Так, хп. Отходим, отходим. Отходим, отходим. Ребята, что у меня деды про это прохапали. Дедуля наказал внука. Дедуля наказал внука. Внучку ЦМ ушел. Свою внучку. Там под хил пошел, дедов хилят. В миду суету наведем. Пошло. Просто мом. Просто мом, дядь. Просто мом, точно. Просто мом. Деды душат. Все-таки без помощи более больших дедов немножко тяжеловато все же. Поэтому надо. Это старейшина. Это старейшина, это древний. Вот так вот. Ломаем, что делать. Так, отпадем. Да не, по чуть побьем, я думаю. От гавриков деды страдают. Да, да, да. Гаврики. Все, я на базу, наверное, сейчас слетаю, ребят, и поехал. Давайте скооперируемся, вот туда пойдем. Дедов, хиля, я на базу слетаю, если что. Не парься за меня. Так, на нас один нападет. О, у нас, ну, продали уже, продали, мы далеко, надо было сразу убегать. Уже продали. Блин, так я регенюсь неплохо, кстати. Так я отрегенюсь нафиг. Зачем мне на базу идти? Я отрегенюсь тогда. Как хреначе-то? Тинкер или Кирс? У него даггер. А, даггер. Все, Радик может собрать на Найксе. Блин, ну опять-таки на Найксе. Че на Найксе, да? Что мне подсказывает, ой, что это? Скотина какая. Убил деда. Моего деда убил. У деда убил. Не души, давай тэшку заберем. Отомстим за деда. Души, души, дядь. Сейчас, я приду. Кстати. А один сдох? Один сдох. Взяли деда, да? Но Смит падает, там ломают, да? Так, мой дед погиб, да? Понятно. Я думал, он не сдохнет. Ничего, ничего страшного. На миду бы суету навести. Поехали. Есть досты? У меня все есть, дядь. А, нет. Все на свете. Ой. Я закрыл, дядь, все нормально, не переживай, никуда не денется. Я не то прорубил. Смотрите, дед умирает. И этот. Ой-ой-ой, ничего страшного. Там, вон, пострадает ядеро. Дедочек этот. Так, окей. Ладно, сейчас пройдем дедов. Ладно, один дед. Мой. Спасибо. Сейчас я второго возьму. И погнали. Так, я тут оставлю, мне на базу слетать надо. Что-то у меня совсем все плохо. Мне, значит, Кирасу, да, а не Радик? Ой, то есть слушай, Радик, я не знаю, да. Можно Радик попробовать? Они, видишь, сплетуют что-то, уписились. Да лучше Радик, думаю. Чтоб Тинкер и Даггер сбивать. Да, да. А я тоже думаю, что мне собирать. Либо фулл ДДшку. Так, я не могу сказать. А, вот наш Тинкер. Ну я хожу как зайти против Тинкера и снайпера. Да, тяжело заходить будет. Но тут, скорее всего, мы без дедов будем заходить уже. Либо дедов по одному лайну отправим просто, чтобы они дамажили крипиев. Понял, да? И мы сами в другой лайн, чтобы хотя бы лайн подсплитовать как-то. Я сейчас, наверное, подфармлю. Сделаю что-нибудь типа, может быть, Dagger Hex. Мой крип почти умер. Пофармите, может. Пусть они выйдут, мы не зайдем так в лоб. Цемка, даггер, там все есть. Я пошел. А, ладно. Мы можем подзавардиться и типа, ну, спокойно фармить. Так. Спокойно фармить можем. Так, вот этого сюда все отправим. Ради. Да, Радиант сделай тогда че. Нам бы, знаешь, что-то как-то Тинкера бы где-то как-то поймать. Типа там он прилетает на один лайн, я с Лотара, там ты вылазишь, забираем. Несколько раз бы так сделать. Да, вот Радик поможет. У тебя Радик скоро? Да, я уже собрал. О, найс. Найс, тогда сейчас так и сделаем. В меня залезешь, ТП-шка, и погнали искать. Так, я дедом там подстакал, надеюсь. Ой, сори, забрал, бро. Все, идет Радик.
Что там, деда? Не забудьте. Лего в меду. Здесь ли что стакаем, деду? Я вот здесь вот стакну. Вот тут здесь стоят. Ну или вот здесь сюда, можно вот сюда. Я туда перетяну, вот там давайте. Че, лего один на меду, примем? Роуры. Так, залезь меня на Найксик, ты где? В меня залезть? Там Риксара душит. Тинкера иду, тинкера. Ой-ой-ой, тинкера иду, дядь. Блин, не собьем же ничем, да? Огр, фан дай. Ой. Нормально так туда. С ноги задушу. Вот. Так, я в БМ бить не буду. Големы пошли, хорошо. Он сдохнет, все. Отлично. Вон, смотрите. Дедами его, опа. Дедами, дядь, дедами. Даггер, даггера сбиваться будут под дедами. Вот тут у нас... Вот блин, а? Так, у меня 6000 золота есть. Я хекс, наверное, сделаю, ребят. На Верочку. Пусть будет. Чисто тинкера там раз подловили, убили. А чё, под дедами-то норм. Под дедами норм. Чё там, варлочек, ты где наш, дорогой? Я к тебе деда направил, похилим ураны, пожалуйста. За дедушек и бабушек. Хиляй, дядь. Работай хилером. Подрабатывай. Все будет хорошо. Эй, да курок, дай мне, да. Хорошо, вот это есть. Хекс, пацаны, хекс есть. Хэн. Хэн есть, хэн собрал. Так, ну что, мы можем, знаешь что? Мы можем тинкера чпекнуть. Хекс есть вообще. И тут, кстати, вижен есть. Сейчас я сниму, я сниму. Сорян, ребят, я просто думаю, что-то такое умное сказать, чтобы видео было лучше. Ну, вы же знаете. Я же стараюсь, пацаны. Ну что ж вы так. Можно так, подождать Рошана и задушить. Чё, хочешь... Я же аград схавал. Аград схавал? Ну давай тогда тинкероса поймаем. Сейчас по-любому на топ полетит. Думаешь? Да, почему нет? Пробежимся. Я с дайгера могу в него прыгнуть. Ну, а вот. Он, по идее, от Радиенса никуда не отпрыгнет. Опа, все. Окей. Опа. Блин, там еще. Тут вард. Опа, еще один. Братка, сниму. Шварцштайгер, дядь. Шварцштайгер. Шварцштайгер. Понял, да? А, у нас тут... Ой, цементка, дядь. Примешь стана? Есть? Ой, стана нету, бро. Я закрою вот так их. И мне бы не так сдохнуть. Я двух Шварцштайгер, дядь. Иду. Давай, дядь, закрой его. Ой, не закрыл, рак. А ну-ка, дедком. Мой дедок погиблый. Опа, тут засада. Смотри, душу его, как мужчина. Ой. Ой, бро. Меня дед застрелил. Ой, бро. Суета лютая. Блин, я не сумонов, ничего не успеваю под контри. Просто гель нужен, срочно. Просто. Ой, спина! Да. Жесть. Жесть. Деды в атаке. С сентами. Во-во, пошло. Опа. Деды. None will shall survive, он говорит. Вот это вот. Понял, да? Никто не выживет. А деды умрут. Не надо, но хоть одного деда надо в живых оставить. Меня также дед в детстве говорил, когда за водкой посылал. Че говорил? None shall survive. Поехала, дядь. Так, уходим. Дорогие мои, уходим. Отходим. Тут главный дед пришел. Отходим. Вот этому... Ой, не туда хекс дал, получается, да? Ладно, я на базу, дядь. Я на базу. Так, ребят, ну мы молодцы. Все получается. Так, запомни 6-8. Запомни меня. Запомни 6-8 слот. Так, мне нужен дед. Мне запомни. Дед на меду возьму, ребят, можно? Главное, вопросики. Го вопросик тоже. По одному вопросику, ребят, в чатик. Что ты хочешь сказать, Найкс? Скажи, Найкс. Запомни мне. Так, ребят, дедов собираем, хилим. Эй, не дамаж его, ты что? Пойдем Рошана, парни.
Рошанчик. Ребятки, Рошу. И деда подхиливайте. О, смотри, прям на варду стою. Вот ты с одной тычки не забрал его, прикинь. Тинкер в голове просто. Тинкер чисто, я тебе говорю, это вот он в лобби сидел как тихонечко, а как только каточка начинает, все, пуканы рвутся у них. Пусть деды похилятся, пацаны. У них вампиризм у дедов, прикинь. Деда убери. Убери Риксар, деда. Сейчас заклепает его. Так, стоп, дед, пусть хилится. Стоп, дед. Что, стоп, дед? Забираем, на нас напали. Забираем, а Егу забирай. Алло, пацаны. Парлок забрал, хорош, тут дай его этого. Пенсионера на дед, на некролайте. Я ТП-шись. Вот он, я Фурион, я улетаю, дядь, мне некогда, извини, самолет ушел уже. Ой, бро, пацаны, дедов тут соберите, да? Чё за суета, тут вар, там ТП, ребята, что за дела? Да, причем даже здесь, по-моему. Вар, слышишь? Дедов, собирайте, хилим. И поехало. Хилимся, живем. Давайте, дедов, в один лайн, куда-нибудь на топ, давайте. Давай. С Найксом и Риксаром, а мы по миду с Варлоком. Найкс, Риксар, залазьте, вот, вот этот дед основной. Эй, где дед? А, вот, вот он, пошел. Вот он, вот он ходит, вот он тебя ждет. Риксара взял? Я пешком пойду. Да, взял. Да. Все, тогда, пацаны, пусть пробафуются, мы по миду, короче. Все остальные. Поехали. Все, дед побежал, да? Там примут. Хорошо. Деды пошли сплитить. Да-да-да, деды на сплит, короче. Я вот здесь тинкер, вот так тинкер, вот еще. Тинкер. Давай тинкера, я ему давай, 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 сбивает, сбивает. Он. Я ТП-хнусь, дядь. Да зачем, не вылазь. А, он догернулся как. А, вот он. Сюда, короче, дорогой, ты чё? Это хинозец гайды! Гайды! Гайды, хена, посмотри! Возвращаемся на исходную позицию. Я на мид. Стой, дедов тут держим. Всё, он. Дед. Все. Запомни гайд, дядь. Так, отойду. Тяжело просто двумя героями немножко контролить, но в целом пойдет. В целом пойдет. Сейчас они тут освободятся, эти чуваки. Все. Центричок разобью. Давайте. Разбил вот центричок, я, проверяй. Ну, деды в атаке вот тут, ребят, на топе пока. Меня там приняли. Големы, нифига себе там. Давай, давай, ребят, смотрите, деды ломают. Нифига себе. Деды ломают, ребята. В миду ломайте, деды там ломают. Хе-хе. Красавы. За дедов. Let's go. Моему дену бы реген какой-нибудь. Реген, сейчас и этого накажем, легиона. И вот этого накажем, хорош, за дедов. Хорош. Хорош, сюда. Тащи, пацаны, слушай, ломай барак. Красавым. Да-да-да, вот так надо делать. На самом деле, такой абсурд лютый, да? Ну, Траксы сюда, конечно, не хватает. Но Огр тоже хорошо заходит. Огор. Че, пойдем дальше. Вот. Некро давай душить, дядь. Мы его задушим с руки, смотри. Главного деда с руки просто. Деды деда бьют. Еще один дед. Тот неверный дед. Так он главного деда бьет. Пусть, пусть, ты ж вылезешь, так он умрет. Там дед деда бьет. Хватит, не надо бьет. Ой, бро. Сюда иди, нет. Не надо его. Не надо меня блочить, его подблочи, не меня. Ой, бро, не все надо динаить его, не надо. Ну капец, это очень жестоко было. Ой, жесть. А, мой дед, а, он там. Так, слышите, деды, сейчас берем еще дедов и направляем, та же самая стратегия. Кстати, ракеты на дедов не направляются от тинкера, имба же. Да, это значит, что они будут бить как хотят. Так, я гем отдал, ребят, к сожалению, извините, пожалуйста. Так, там два деда. Я одного заберу, хэпового, который.
А этого сольем. А ты моего бьешь. Сольем. Вы можете... А, у тебя нету, да? Еще дедок он идет. Да, все возьму. Все взял. Все взял, да? Хорошо. Ой, я взял. Где главный дед? Вот он, в магазине. Он выбирает шмот. Лук все. Лук выбирает качественный. Там лук, морковку. Сейчас я войду в деда. Ой-ой-ой. Ты потише-то с такими. Такие категории есть. Такие категории 18 тысяч плюс. Я не видел женщин 10 тысяч лет. Так, смотрите, разрывную делаем. По топу деды. Пусть они там... Проехали. Можно тут вот этого с дедами вместе. Только деды накажут его сейчас. Без дедов никак. Без дедов не он. Деды, смотри, наказывают дедо. Деды. ТМ-ку надо наказать. ТМ-ку сейчас накажем. Внучку наказать надо. Наказывай внучку. Внучка, массаж или я тебя уничтожаю? Массаж не надо. И тинкер. Я байбекнусь, ребят. Массаж просто. Сейчас некро накажу. Ладно, байбекнуться надо. Опа. У меня деда убили, да? А, так ты вылазишь, ты его рипаешь сразу. Я понял. Кому еще массаж простаты? Не надо. Не надо, сейчас я внизу деда возьму, дядь, подожди. Залезем и низ сломать надо дедами. Вот, идет он, идет, дядь. Сейчас крипы резнутся, я за дулочку сделаю. Так, ну пойдем так дедами побьем, ребят. Ничего страшного, энтами, дедами. Лупи, баратник. Хорош. Не, это не контрится. Радик, включи. А, все, вот. Да я ему хек сдам. Пусть этот. Боже, какой он. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Мне прям вот, ну. Просто прыгает с меня. Дед Тинкера давил. Вот так вот туда его. Мне запомни. Так, деда, вон он, дед, дядь. Все, пусть деды заканчивают эту доту, ребят. Все, уходим. Старейшины устали. Опа, смотри, деда поймали. Да дед там изи разбирается с крипами. Да. Изи. Га, смотри, как наяривает дед. Блин, реально траксы, да, не хватает? Да, очень не хватает. Ну, только вместо кого? Вместо огра тогда получается. Вместо варлока можно. Или варлока, да? Прикинь, типа под ограми, под варлоками там прям качественно должно быть. Блин, круто реально будет. Если траксу сюда добавим, плюс 70 урон, но жадно получается. Траксе надо много фарма. Много фарма надо. Че там еще дед есть? Хорошо. Щекотун. Че, подсакал, да? Да. Я Рошана еще отвожу по таймингу, если ты не знал. Чтобы о, большой дед пришел. Опа, за вас хитил. Я тоже сейчас за вас хитил. Давайте, драка дедов. Опа, сюда. Опа, птица. Сейчас я деда направлю, дед справится с этим курьером. Обходим. Сейчас дед справится, чекай. Не один, так другой дед справился. Так, за Калимдор. Будем заканчивать за Калимдор? Да. Орда победит. Сейчас деду закончит. Погнали. По чуть погнали. Го, в трон. Поймали кого-то? Ну, Тинкера поймал я, там Лего в кустах, вон он за мной бежит. О, на тебя нападает. Скотина, а. Все, там дедами сейчас разрулим, пусть деды уничтожают. Смотри, деды в прутах хреначат. Смотри, они на меня обозлились, на стримеров. Ой, бро. Жесть они. Крысы, конечно, да? Ну, GG. Ребят, ну что я могу сказать? Вот такой вот у нас получился фановый видосик. Ну, судить вам, по кайфу или нет, но, по-моему, получилось все равно прикольно. Единственное, чего здесь не хватает, это, я думаю, все-таки траксы. Но варлок это такая перестраховка, потому что у нас, получается, нету, по сути, физиков. Но, наверное, нужно прям более лютого физика, это траксу брать.
И я думаю, получится более красочно. Ну, а пока на этом как бы все, друзья. Обязательно поставьте лайк за старание. Спасибо ребятам, которые помогли. Ребята, от души вам. Да. Удачи. Спасибо. Вот. От души вам, рили. Потому что такие видосы писать, это, ну, по кайфу. Ну и на этом все, друзья. С вами был Ксеназос и до скорого. Всем пока. Я надеюсь, эти видосы вам заходят, потому что рубрика «А что если?» — это легендарочка канала Хинозес. Такое никто не пишет, такое никто не делает. Это уникальный контент, который вы можете увидеть прямо здесь и прямо сейчас. Не забывайте также еще на ТГшку подписываться. В ТГшке очень много лайв-контента, очень много всяких информирований по поводу того, когда там розыгрыши, когда там новые видосы, когда там стрим, ребятки. Стрим 19 по МСК, также залетайте, не забывайте. Все. Все сказал, отработал, саморекламился и хенрак. Все, поехали. С последним я согласен. Все, согласен, спасибо. Удачи и приятной игры. Хинозес, лайк, подписка, ютуб. Тенни. Тень, а здесь Ю-пуби. Попищис. Опять легион. Легион, да, но легиона мы тут, прикинь, закроем и будем насиловать. Единственное, тут смотри, тут два блинкера есть. Может, арчит мне придется собрать. Было бы круто, деды настреливают. Да там они и так настреливать будут, там по 70 урона будет у каждого. Короче, у нас было огромное количество вариаций этой стратегии. Либо мы играем через Чена, это 9 дедов, которые улучшены под трушот ауры по нажатию, по 80 урона плюсом. Либо мы делаем 5, но заряженных дедов, при этом, что Фурион прилетает, закрывает, и там идет изнасилование. То есть, ну, как бы стратегии... Тут такое обширное поле... Для того, чтобы... Найс, монетка, понял. Найс, ару, понял. Настолько... Да иди ты нафиг! Пошел ты нафиг, козел! Души его! Туда его! Туда его! Туда его! Хотя... Ну, ванды накинул бы, забрали бы. Все, забей уже. Не дает, не дается. Нормально, нормально. Короче, вот. И, короче, тут такая обширная база для того, чтобы, блин... Прикалываться и писать какой-то фановый контент, но, блин, все сразу не отписать, ребята. Поэтому не забывайте, что можете в комментариях поднапомнить что-нибудь. Может быть, мы что-то забыли. Может быть, мы что-то не знали. Но я, конечно, сомневаюсь, что что-то новое вы в комментах выдадите, кроме как «Играй, команда! Вот эти, он сильный, тебе выиграет!» Ну то ладно. Поехали. Кто понял, тот поймет. Играй с Азой. Я не хотел это говорить, и ты это сказал. Так, кстати, Солар, да, под минус армором, прикиньте, под дамагой там... Блин, мы сейчас тут такой контент забахаем. Такую новую часть дедов, что вообще жесть. Вообще жесть, ребята. Давайте, мы справимся, пацаны. Володьку, медальку, короче, можно. Огр пусть медальку делает, наверное, да, вкусную такую, качественную, чтобы... Волоса на жопе аж отрастали. Вот, и я тут пока супер-мега-контроль покажу на Фурионе, как надо крепочков отводить, пока они не сдохли. Но не суть. Слушайте, кстати, неплохо. Под медалькой там... Медалька и Атос. Медалька, Атос. А может просто медалька? Да я закрою это, если что. Но Атос на перестраховку, но золота много надо. Если что, Тракса поделится, да? Нет. Ну все. Я прочитал, что ты напишешь «нет». Все, дядь. Отдыхай, дорогой. Хейтеры, люблю вас. Честно. Оу, dear you, дорогой ты. Так, я все руны законтролю или да? Нет, одну законтролю. А курочка есть, Макнаггетс? Ага, на топ улетела. Все, все, вопросов нету. На базу схожу пешкой. Я не понимаю, что у меня так лагает. Че, лагает? А может латенс 0 стоит? 33, дядь. А, нет, у меня... Сейчас, секунду. Че, у тебя хаб стоит, да? Осуждаю максимально. Да, да, да. Вырубай. Надо выключить. Вырубай, я тебе говорю. Осуждаю. Занимайся спортом. Занимайся спортом, а не рукоблудием, сын мой. Все. Когда ты родился, сами леса Лордерона сказали это имя. Да у меня третий есть. Не можем быть. У тебя такой голос, как будто ты какой-то порно-актер. У вас есть два человека, у которых такие голоса, и обоих я знаю. Смотри, это что там такое?
Дик. Смотри, он сам себя закопал. Блин, я хп его не вижу, короче, понял? Вот вслепую лас хитил. На ощупь. Меня гоняют. Тебя гоняют? Пусть гоняют, дядь. Запомни, гонщики не гонят, гонщики гоняют. Ой, дура. Ой, дура. Там Лего еще пришел. Тот старый помидор, дядь, не забываем. Бывает, брат, бывает. Ты, походу, Миран третий пришел. Вот это MLG. MLG и Водота. LGD пушат. Как в один момент он сказал, я даже не думал, что когда-то это скажу. LGD пушат. Ой, бро, шутка, да, хорошая? Смеюсь. Да ты меня рассмеял. Рассмеял, дядь. Живот не лопается у тебя случайно? Рассмеял. Не смеяно. Я в медас, короче, пацаны, спасибо. Нифига, я лайн толкнул. Ой-ой-ой, зачем ты такой? Анадора, знаете, кто это такая? Нет. Я тоже не знаю. А он постоянно Фурион говорит. Дора, дура, знаем, ясно все с тобой. Твой вкус весьма специфичен. Потому что Дора, дура. Все ясно. Что это за дичь? Что за дичь? Это лич. Блин, у меня мана регенится. Я, короче, от спрута до спрута, короче, ну, спокойно дотягиваю. Жесть. Что? Нет, спасибо. А трусиками, Дор. Че я делаю? Они меня убили. Чувак, у меня каждый день рядом со спиной или перед лицом жопа младенца, если что. Каждый день. Каждый божий день. И это жестко, друг. Так, медас даете мне принести? У меня чуть старше девушка. Все, понял. Все, вопросов нет. Да ты уйди! Ты что от меня... Я сейчас сдохну. Какой приставучий центурион. Да ты посмотри, что он делает. Смотрите, меня троит, чувак. Что тебя, пенетрирует? Нифига себе, да. У тебя пенетратор имя. Ну да. Походу, не оправдал я свое имя. Да, Кунка ушел, да? Смотрите, опа. Смотрите. Ты че там? Че на развороте шудота показываешь, дядь? На тебе, под топором. Езалор. Фарми, нам это на руку, дядь. Фарми просто. Я медас купил. Меня Рики загангал. У меня один хп был. Он мне. Дядя, беги, мой сладкий пирожочек. Там еще и лежижон, дядь. Типи дают. Без шестого бегает, тупо ромит. Дядь, беги, 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 я помогу. Смотри, как могу. Беги. Хоста, бери хосту и на развороте, дядь, работаем. Мужчин этих оплодотворяй. Опа. Вкусненький. Хоста, кстати, люблю. Кого? Хоста? Хоста, да. Надеюсь, не... Вспомнил, да? Хоста... Да-д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 а. Подожди, дай я поверху закину молнию, ему сейчас прилетит. Вот так вот. Видал? Хорошо. О, это кто? Езалор пришел. Ну я буду драться, тут у меня еще Рикимара под ногами. Ух ты. Рикимара. Так, отойду лучше дальше лесочек свой ковырять. Не, если тебе позволят. Нормально. На базу слетаю. Сильно не душите пацанов, а то ливнут еще. Не смешно. Так, найс, полетели. Фармите просто. Нифига, они сами лезут, да, Антоха? Слушай, ну ты, блин, зверь, Антон. Ты случайно не этот, не... Не Unleash the Beast. Unleash the Beast. Выпустил зверя? Вот так вот. Анриксар. Вот чисто Риксар. А ты вообще дед внутри.
Вот реально, ZXC пауза взял Dead Inside героя. Ну, а впадлу играть взял, ливнул сейчас, прикинь, во время видоса. Жесть. Так, кто там в ТГшке спамит? Забаню. Даже не разбираюсь. Так, кто там в ТГшке спамит? Забаню. Чё тебе, Траксе, на топе надо помогать? Пятый левел. Души! Ногами идёт вперед. Вон, смотри, как он тебе делает специально. Стоило с хитю. Давай я ритуал сделаю, побегаю рядом с ним, дед. Ну ладно, помогу так шибить, добивай. Давай этого не будем трогать, пусть живет старый. Ладно, уговорил. Уговорил, дед. Так, есть доминатор, деда оставь. Не души деда! Платит. Зачем? Так надо, да, дядь, было? Так нужно, брат. Так было надо. Надо. Так, ладно, доминатор есть. Деда беру. Деда бери. Все, пацаны, просто фармим. Кайтите. Бросай деда. Бросай булку. Ну и меня дудушат, давайте их. Дудушат. Тебя дудушат, дядь. Не дудушься там сильно. Оставь их в покое, пацаны, оставьте их в покое. Но они же фидят постоянно, они бегут и фидят просто безмерно. Но они слабенькие, но они еще не знают эту доту. Не умеют, ребят, ну не душите сильно. Пофидьте там разочек. Разочек там сфидьте. Он просто отважный, смотри, он до талого, я тебе отвечаю. Ой, меня тут душат. Даже я случайно. Дядь, я случайно забрал. Камон. Знаете, что самое прикольное? Когда вот так вот видосик пишешь, а потом оказывается, что запись не включил. А такое было? Было и неоднократно, поверь мне. Это самое жесткое разочарование в жизни, которое у меня бывало. Это самое сильное разочарование. Ой. У тебя тоже так бывает? Гей, бывает. Чё там, тусовка у нас? Пацаны, я, наверное, арчит сделаю, да? Да, можно. Только мне. Фатма без этого. Без липа. Там дедок работает, ребят. Ой. Все, пацаны, не душим. Что они там страдают, бедолаги. Аркан, нет никого? Не. А, можешь стоять? Саппорт, бич. Я тут с дедочком фармлю, мне нормально. Норм. Так, Тракса там дерется в С Легиона. Че, ты хочешь дамагу? На дамагу ее развести? По-моему, изи байт. Я помочь дуэльку взять. Падлу играть, да? Ну, кстати, я второй раз специально забираю, дядь. Ты думал, что в сказку попал? Ты думал, что? У меня, в принципе, все готово, чтобы делать. Я могу либо сделать арчит, чтобы никто не выпрыгивал. Давайте я, наверное, арчит все-таки сделаю. И можно будет... А? Ты же уже и собираешь арчит вроде. Да, да, ну я думаю, арчит сделаю. Вот, и, короче, что можно сделать? От Найкса Аганим. Доминаторы, ребят, доминаторы. У этого Огра тоже скоро будет. Хорошо. И можно, в принципе, работать. Тут прям хорошо будет, интересно. Будем закрывать вот этого. На топе стоит типчик там. Опа, прилетели, задушили. А Рики на меня будет, наверное, нападать. Так. Он не сможет. Задушили пацанов.
Пока душим. Я не буду стилить, дядь. Я могу ульту поверх кинуть, не буду. Ох уж эти пацаны. Что-то у меня лагает, ребят. Ну, что-то лагает очень сильно. У вас не лагает? Не, мы же не лагой живем. Не, нормально. Что-то я, наверное, лагаю, ребят. Что-то... Слушай, лагает жесть. Что-то лагает прям. Опа, дедочек. Что там, дедочек подобрал что-нибудь у тебя? Ты дам не даю. А я заблочу, можно? Эй, блин, не успел. Так, ну у меня почти арчит есть. Чё там на топе? ДДшка. Хорошо, ну заберите, чисто фармите по максимуму. Чтобы можно было сейчас перефармить, сделать комбу и пусть деды наказывают там. Жестко будет. Я Фуриона буду просто прилетать, закрывать, арчидить и все, и будем дедами расстреливать. Я думаю, так, получится. Сейчас надо дед найти. Делайте, да, почуть, почуть, ребят. Фармите просто. Если они там дерутся, кайтите их просто, а то они... А вот тут что-то... сейчас нападение будет. Фигней страдают. Опа. Я уйду лучше. Да, блин, вот они сами лезут, но они получают, да? И типа это, ну, ничему не учатся, короче. Давай пикнем тебя. Ну вы сейчас придете, если они все поумирают. Не надо, не надо. Оставьте пацанов в покое, пацаны. А ладно. Что вы от них хотите? У вас лес весь пустой, можете фармить. Что вот это вот докопались для них? Это из лор сердца тянет. На драку. Что у меня есть? Доминатор есть, Антох? Да. Володьку надо. По чуть будет. Я сейчас, у меня арчит есть уже, я буду золото скидывать вам. Я арчит просто сделаю, и все. Так, деда на базу отправлю, он немножко раны должен подлечить себе. Опа, минус агур. Ясно, выход детектед. Ну, кто-то будет тогда огра подконтривать, ребятки. Я могу подконтривать, когда залезем уже. Да, 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 будет нормально. Прокачайте его и... МХ. Что. МХ плюс. Кстати, металлик все возьми. Кого взять? А, я могу медальон, я могу взять. Да, да, да. Доминатор с Огра и, блин, и Огра тоже подконтривать надо будет этого. А у него есть Огра этот, крипи? А, нет, вроде. Так, Риксарный на базе. А. Я Зиравский. Пойду крипи я возьму. Ой, тут двое оказывается. Ой, меня еще кентавр застанил. Я ушел. И кентавр. Так, вот так вот возьму. Хорошо. Так, я Огра взял этого. Деда. Так, один вот дед. Мой дед. Вот он. Ребят, еще чей-то дед должен быть здесь. У меня дед тут. Мой, ну да, хорошо. И остается у нас этого дед. Вот где он бегает, вот этот. У него деда нет. Вот этого, у этого деда нет. Но он разберет этот. Да. Нормально, нормально, пусть фидит на траксе, он рак. Фидер. Да, рак фидер. Я пошел помогать. Он сможет успеть? А нет. Нормально, нормально, не надо, пусть, хорошо. Хорошо. Нажал ТП на скиле. Хорошо. Блин, жалко, что Огра дропнула, конечно. Да, видели, сильно, брат, играешь. Я не видел, кстати, тоже. Че, Найк с Аганим имеется, нет еще? Внизу фарм есть. Через полтора иду. Внизу фармчик есть, если что. Я такой лотарчик бы собрать. Я соберу лотар еще до кучи. И надо будет гем запулить. Огра сапога нету, блин. Плохо.
Полтора када аганимы? Да, да, да. А, хорошо. Я огра на топ пока отправлю. 10 левел, надо 11 ему апнуть. Там крипов на топе много. Пусть левел апнет. Чтоб можно было бладластить и... Вон огр, дядь. Если что, апни ему левел, плиз. Антоха, тебе что надо там, Володю, да? Да, такого Володя. Хорошо. Хорошо. Его домиком. У него на базе дед стоял, дядь. Вот он стоит. А, еще одного крипа приручил. Нормально. Прикольно. Меня там в пятером загасили. Нифига ты, блин. Так, ну что я могу сказать? Я, в принципе, already. Точно уже 100%. Я, в принципе, могу собрать аганим, продав медас. Не-не-не, не надо так сильно. Сильно так не надо, дядь. Я тебе сейчас чуть-чуть денежек скину. Правда, гема не будет. Не надо, я... Не, лучше вставлю. Я быстро вставлю. Огру 11 надо, дядь. Тут на агро нападает. Го, примем чуть-чуть, тут что-то занаглели они. Хорош. Огру левел как раз. Найс. Отлично. Так, я гем беру. Все, я на базу беру гем. Пацаны, кто огра крипа может подконтрить? Если что. Пусть, наверное. Надо, чтобы кто-то огра подконтрил. Антоха, возьмешь огра на себя, бладласт и кидать. Да, да, да. Далее. Только мне надо зафармить еще. Да, Володьке. Володьке? Сколько надо? Голды 300 еще. Я могу чуть-чуть дропнуть тебе. Траксы, уже бабочка там. Ты чё, пёс? Пёс. Всё, я лечу на базу и покупаю. Да, найс, давайте. Эй, камон. Реконнектит. Молчат. Всё, найс. Давайте, надо под, вот эту точку завардить, вот эту, и можно дедов куда-то... Чем раньше начнём, тем лучше. Да-да-да, будет намного интереснее и эффективнее. Что там, 300 золота тебе? Все, у меня есть. Да, 200 уже. Хорошо. Я сейчас товар беру. Да, нормально. А, ой, нападение. Печалька. Откатывается, да, чуть-чуть назад? Нападение. Давайте дедов куда-то сюда перетрансферим. Поехали, поехали. Огра дедочка возьмете, законтрите. Ребят, определитесь, кто огра деда законтрит. Так, мы, получается, распределяемся, кто-то берет огра самого, а кто-то дедочка его, да? Поделить. Да, короче, я огра возьму, а ты дедочка. Давай. Все. Разобрались. Агра, самого дедочка. Так, дедов туда в топ. И сейчас я тут 200 золота, можно? На базу слетаю и поехала. Да, стакну, стакну. Хорошо. Не стакнул. Стакну, стакну, нормально. Нет, стак, все равно стакнул, хорошо. Он пытался заблочить, он Криса. Я гем сейчас куплю вместо Мидаса. Так, что там, Найк готов? А, Ганима еще нет. Так, дедочки под тавр, и туда же этого надо прислать, огра. Огр просевший же есть. Ну ладно, забафаем, думаю. Так, есть аганим, но ульта когда? Все, я на базу. Я готов. Все есть, ребят. Гем есть, все есть. Так, дедочки здесь, огр тут. Хорошо. Еще бы один момент сюда бы вардики поставить. Эх! Было бы круто. Риксара потеряем, да, походу, сейчас Риксара?
Извини. Пауэром просто. Да, да, да. Деды в атаку, пусть деды душат. Блин, сейчас тут задувками, как он задушит. Я сейчас контролю. Да? Хорошо. Так, ребят, нужно кооперироваться и делать. Я слетаю на базу, возьму варды, заваржусь. Захилить бы этого деда, или я не знаю. Или так оставим. Надо захилить, дядь. Давай захилим лучше, у меня еще КД. Поехал. Давайте тоже на базу. Сейчас все проваржу. Пусть стоит, забейте. Да нам же главная задача контент делать, нафиг его убивать, пусть стоит. Рики ходят, тут все ходят. Сейчас еще точку одну подзаваржу. Закрой его просто, попугаем. Не-не-не, пусть он там и так бедолага. Там за тобой Рики бежит, если что. Уходи! Уходи, дядь, давай, комбинить. Уходу, 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 уходу. Так, где Риксар? А, я ару поймал же с 10 минут. Ну я говорил, бро! Я ухожу. А, нет, я ухожу. Таверно ухожу. Где байбек? Ну ждем. Не надо, не надо байбек, оставь. Все, ждем. Давайте только это. Посерьезнее. Все, вот сюда дедов отправьте. Пусть идут. Так, хорошо. Лего будет первой целью. Закроем его. У него топорика. Топорик есть, БМ есть. Но он в лотар зайдет по-любому. Попытается в лотаре выжить. Но нам пофиг. Дед, ты можешь сейчас все гем дать мне, я же буду в крипе каком-то. Ну да, но пойдет. Сейчас чуть позже. Блин, я медальку дропнул, все, медалька летит. Ну тут сбор сделаем. Так, дедов надо. Так, деда основного. Дед основной, вот голубой дед, вон он. Синий. То там Тракса умирает. Блин, нам Тракса для бафа нужно. Ребята, ну камон! Ну вы чё? Вот этот так дед, вон он, голубой. Хорошо. Поехали. Траксы нету 60 секунд. Ну ладно, дедов перетянем на топ. Огром можно побафовать уже это все. О! Деды пусть на топе разбираются, да? Все, ребят, подконтрите. Дедочками. Они по-любому сюда придут. Увидят эту пачку дедов. Траксу попросим, она кнопку нажмет. Хорошо, нифига там наяривание. Да прикинь, вот здесь сейчас станем. Подожди, вот здесь засаду сделаем. Давай крипов разберем. Огр бафай, они идут. Куда дед пошел, Язер? Вот здесь они сейчас тут будут. 100%. Так, я пошел на чек. Ракса 13 секунд. Ага, вот он. Лего. Легу принимаем. Минус армор кинул. Ракса рестница, дамаг пойдет. 2 секунды. Нажимай, дядь. На дедов там дали. Пошел дэмэдж, да? Да. Только не подпробьем. Пробиваем. Этого. Котла. Котла, смотри, как душит. Хилится. Так, ладно, сейчас дом где-то выйдет. Вылез, да. Но, блин, как же вот раньше бы, да, чуть под траксой бы, эх. Ну, дамажат нормально они. Опа, Линочка, нафига себе. Котл байбекнулся. Гем забрали, кстати, ребят. Если что. Ну, кстати, у дедов там 80 урона. Он текли стал? Чего говоришь? Он текли стал, что ли, у него лотар у кумки? Ой, я что-то не вкупил. Могу гемку еще раз купить. А, да, нет, надо. А, ну ладно, тебе. Нет, так нет. Вон, смотри. У Рики гем, по-моему, я не видел, честно. Отойдите. Ща, реснемся. Блин, дедов всех да, положили. Да, да. У Мираны, да, гем? Хорошо, с Мираны легче будет забрать. Собирайте дедочков. Так. Где дед? Вот дед. Так, я тоже заберу деда и ультану. Рики тут где-то бегает. По того Лека вроде. Я, если что, могу помочь.
Я тебе тоже помогу. Хорошо. Раша на го? Слышишь? Мичикаты? Ой. Господи. Что я сделал? Надо было под первым зайти. Нифига они нас разваливают. Так, ну дедочков чуть подсобрали. Нет, у нас два деда есть всего. Блин, вот честно, мы прогуляли на самом деле уже время, пока не могли собраться. То там умерли, то там. Походу мы прогуляли уже это время. Когда можно было душить. Ну ладно, попробуем. Все равно в любом случае там деды будут, они могут и сами сплит пушить. Я вот здесь поставлю. А Огра, доминатор, где? А, да, где он? Он был. А мне зачем его положили? А где мой, а где Огра, доминатор? У тебя два доминатора. Блин, я понимаю, но мне зачем он? А какой доминатор, я не знаю. Ну, типа верхний или нижний доминатор? Серьезно. Я, честно, не в курсе, какой доминатор. Дай-ка Огру какой-нибудь. Вот Огру. Так, я этого крипа возьму. Да, все, вижу. Ай, жесть. Ну, это ГГ, короче, блин. С этими доминаторами, ну что же это такое? Жесть, как все идет, очень криво, жесть. Это просто ужас какой-то. Давай, давай. Линку собьешь? Я сбил уже. Там к вам вот так идут лотарщики. Но не прыгнет. О, нифига себе, прыжочки. А у них Рики Диффуз. Рик Мирана. Возможно, возможно. Так, с этими доминаторами, что мне делать? Так. У Траксы уже все есть. Дедочки собраны? Еще один мой. Да, да, вот. Хорошо. И вот куда их, блин? Давайте их перетянем к топу. Вот сюда куда-то, ребят. Еще дедок этого Огра нужен. Да, его да, контроль. Да, да, доминатор у кого там? Я выложил Огру, по-моему, доминатор. У Огра он должен быть. Где он вообще? Или нет? Походу его разбили. Вот что я могу сказать. Если у меня сейчас не будет. Нет, он у меня, хорошо. Эти два доминатора. Ну, мой дедок лопается. Мой дедок лопается. Из-за того, что доминатор не мой. Эй, жесть. Вот поплыли мы, называется, по кораблю. Так, куда дедков? Вот сюда приведите всех, ладно, сбор. У меня теперь КДшится полгода будет. А, вот это мой доминатор. Вот этот верхний, а нижний это не мой. Или нет? Просто дай какую-нибудь агру, и видно будет. Да я понимаю, что дай какую-нибудь агру. Но просто я сейчас переманил тем доминатором, который Огра доминатор, и дед не запаунился. Он моего деда рипнул, понимаешь? В этом смысл. Я поэтому с такой дилеммой сейчас тут, блин, где чё как. Так, дедков выстроили? Гемчик бы, гем чуть-чуть еще. Кунка БФ собрал. Так, это получается чё? Огр пусть доминаторит. Правильно. Чё, вы собрались снизу драться? Подышим. А я хочу огром взять крипа. Что, соответственно, Аега. Так, я взял крипа Огра. Ребят. Приведешь туда, я плечо законтролю им. Да, вон они все. Раз, два, три, четыре, пять крипчиков. Че, давайте дедов. Где вы там, ребят? Подойдете? Так, Тракса минусом, да? Не Аега? Да, да. Пусть уходит. Может уйти? Дедочка вот этого в основном, если что. Но я иду. Я иду. Я очень далеко, может попробую помочь. Так, сделаю. Можем тебя засейвить? Да, думаю, сможем.
Эх, 6. Не смогли. Аллах. Блин, я, конечно, закрываю, сорян, но варианта нету, надо закрывать. Да я прорубил. Нормально. Так, радиан собрать или кирасу? Давай кирасу, потому что радик тут некому, в принципе, по сути, сбивать. Я на топе тогда фарману полечу и гем возьму. Гем не было, да, у них гема? Не выпал. Так. Я гем беру тогда. Сильвер Эйдж, гемы. Так, у нас там огр работает на бафах, короче. Только там почему-то 4 деда. Жесть, что за хрень. Ой, меня опять справи. Меня пробить. Перебил. Да мне надо было Сильвера ударить его. Жесть, всю игру не можем собраться, ребят. Потеряемся. Опять 60 секунд, опять сейчас кто-то сдохнет, и так сноубол. За 22 минуты мы были готовы это делать, еще ни разу не сделали. Кто там на топе? Кунка. Вот Кунка, как бы идеально было. Ну, тракса есть, гоу, крипочков подводите, ребят. Дедочков. Контрольте. Я пойду. Если что, Риксар рядом будет. Просто закроем. Так, ну его тут нету. Все, забейте тогда. Надо под Вижена. Вот я Вижен тогда расставил, но мы так и ничего никак не использовали. Так, Найкс реснется 16 секунд. Сажаемся в Найкса, мы поехал. Вардики может это поставить? Три опса есть. Где Кура? Вот висит. Там кирасу кто-то хочет закупить. Да купи себе соло. Не стоит она много. Сейчас, либо. И Найкс сюда перетягивается, пусть к Риксару. Забирай Риксара, поехали. Я пойду по лесу. Ну, лучше дедов просто направим. Если что, по лесу пойдем, я тпхнусь. Вот основной, вот он бежит, первый. Хорошо, все, по топу направил. Огур идет. Давай здесь тогда пит-стоп небольшой. К нам идут, да? Основной, да, бафай, бафай. Если что, я сейчас вот так пройду. О, Патма. Вон Мирана. Я ему линку забил? Сбил. Тут Рики еще. А у них кем? Я закрыл, но деды пусть наяривают. Закрыли, стреляю. Вон Котл еще. Котла закроем. Там гем, гем. Я закрою сейчас тут. Все, тир пошел. Кунку наяривает. Ребята, дедуки не бьют. Один дедок только наяривает. Другие сзади обходят. А, это иллюзия вообще. Опа, кунка. Нифига себе. Деды наяривают. Жалко, дамага уже упала. Пусть деды хреначат. Идем, идем, идем. Закроем его и пусть... Давай дедками его порофлим, дядь. Пусть пацан пострадает. Где вообще? Я не знаю, деды где там ходят. Они влево-вправо, короче, понял, ходят там. Ну там правильно огромно. Ну что это такое? Почему мы не комбиним? Мы так, у нас такая возможность есть комбинить, мы вообще забили на эту игру. Ой, бро. Очень, ну не вывозят контроля. Контроля не вывозим, ребят. А где этот? Дайте огра. А, жесть, ребята. Ну нет, уже дедочка надо. Что за игра? Короче, ни разу. 30 просто тупо фейловая катка, по факту. Не знаю. Я тут не могу иначе что-то сказать, потому что это ужас. Просто бьем с руки и все, деды вообще тут не нужны. Так, где дед? Первая катка намного фановее была. Тут хоть и более такая комбинация у нас хорошая, но реализация дерьмище просто ужас. Не можем реализоваться. Просто давай Рошана бить. Просто жесть. Законтрить не можем. Сыра, Егис. Мне некуда ложить. Пусть Огр забирается. Огр идет.
Анудора. А у оружия лежит. Нападение. Закрою. Хорош. Я в сале стою. Ну, деды нормально там РДДшит. Надо крат... Тракцо убрать отсюда. Я собью линку, но дальше ничего не смогу сделать. Арчит. Хорош. Еще, в смысле, я ожидал, я сбил ему линку. Эй. Хорошо. Лего бежит. Деда сейчас застыл. А где? Стой, не убивай его. Я ты крыса. Такое ощущение, будто паузе чисто решил просто зайти поиграть. Тупо, не знаешь, не там челлендж какой-то выполняю, а чисто поиграть зашел. Да. Ну ладно. Руинер. Так, окей. Деда я одного сделал. Сейчас, а мы время прогуляли, когда вот это не можем собраться, каждый фидит где-то ходит, жесть. И уже прогуляли это время. Могли офигенный контент сделать. А так сейчас. Мне кажется уже. Рея, не, я не пойду, Рея уже. Я не пойду. И я это просто вторым видосом фейловым вставлю все. Это не будет отдельным видео. Вот этот нижний. Залазишь? Да, да, да. Просто ты реально. Опа. Нажимай кнопки сейчас закать ему. Деды сейчас настреляют его, смотри. Вот я вот именно вот это и хотел сделать. Прикинь, это под всеми дедами. Ну, 40-я минута первый раз это сделали. Ну, камон. Это несерьезно так. Этим. Мы будем драться уже, дядь. Подеремся. Лего такой брать. Самоотверженный. Смотри, не попадаю просто по кунке, брать. Понял? Я его дедом забрал, кстати. Хорош. Ну нормально, ладно. Ладно, оставим его. Нет, какой оставим. Ух ты, на котле. Гоу пушает, пацаны. GG. Молодцы. Заканчиваем? Да, закончим, а чё? Ну, фейловая катка, ребятки, тоже фейловые катки должны быть. Не знаю, почему-то не хватило нам немного уверенности собраться вместе и, ну, как-то вот... Получается, контент сломался на ровном месте. Хотя все задатки были, хорошо перефармили, да, прям. Каточка хорошая была, но ничего страшного. Пусть это будет такой каткой фейлом. Надо вот эту женщину забрать к себе. Уходи отсюда. Так, отходим. Огра убрать. Еще огр ливнул, да? Так, ну, получается, немножко фейлово. Да, вот, кто слева игра, это руина какая-то. Потому что все потерялись. О, хорош. Такое. Ну, ничего. Лего, думаешь? Гемчик да, возьмет кто? Там Риксар на базе, да? Я могу. Давай гем возьмешь. Да, я могу. Вон, я Найкс отдал уже, нормально. Пусть будет. Где Огр? А, вот он. Огр отдыхает, дядь. Оп, Огр детский. Снимем. Хорошо, есть. Ты погнали по низу. Погнали по низу. Стрелы быстрее перезаряжаются, это факт, дядь. Что, он не шарит, что ли? Жесть. Not sharing. О, хорош! Найс, прыжочек, дорогой. А ну стой, да?
Дай я потычкую, дядь. Давай рампагу теперь. Ладно. Какая уж тут рампага. Вот этого. Давай я возьму его. Взял, проверяй. Вот рампага. Рампага, говорит, вот рампага. Пойдем, колодец, рампага. Пошли. Все, колодец наш, мы его заберем. На X1 кто сдохнет тут сейчас. Смотри, а на самом деле больно бьем, да, колодец? Нормально так. За один заход, смотри, сколько сняли. Блин, 11 тысяч сняли. Кстати, попробуем колодец взять. Кстати, я забыл этот накидывать. Кстати, мы колодец просто можем сломать. Го! Давай. Давайте отойдем. Давайте просто сломаем на вставочку. У Траксы там еще бабочка есть, я солар буду кидать. Пусть они отдефают и в наглу зайдут. Чего сделать? 5 дедов забрать, чтобы они тоже зашли. Да-да-да, у меня есть дед там, он стоит, отдыхает на хайграунде. Сейчас я тоже возьму. Мой дед в топе. Оставь этого деда. А, вот еще. Я вот так сделаю, перебафаю, чтобы его не регенить. И с дедами зайдем, давайте. О, кстати, можно, знаете, что сделать? Деда подставить куда-нибудь в кусты там, затпшиться на него и пойти сломать. Только кунку надо первым. А то так не зайдем. Давай. Так, где собираются деды? Давай тут. Давайте вот тут где-то соберем дедов. Вот тут. Я на базу слетаю, наверное. Доминатор продам, еще куплю рапиру, чтобы быстро ломать. Или дезоль можно. Рапиру или дезоль? Давайте дезоль соберу под минус армором. Терраса есть, еще дезоль будет, до кучи будет еще быстрее. Да, хорошо. Сюда ТП. Так вот, чисто... У нас тракса, да? Невзначай решили колодец сломать, а чё нет? Все, можем газануть. Колодец? Не, кильнуть сначала надо их. Кунку, как минимум. Деды идут, главное. Хорошо. Ну, можно по чуть идти, но надо кунку видеть. Надо, да, кунку забрать. Лего на колодце стоит. Вон кунка. Закрою кунку. Кунка закрыть можно. Я сейчас солью его. Все, кунку слили. Погнали. Тракса где? Где Тракса? Пусть танчит. Дядь, я тебе промахи буду давать. И дедок направьте. Деды нападают. Деды нападают. Ну и все тогда. Пассивка есть у дедов, деды тащат. Все, доталово, пацаны. Ой, мы сможем. Мы сможем, ребята. Я живу. Вот это я понимаю, хорош. Деды. Деди. Все отходим теперь. Пошли отсюда. Улетаем, дядь, садись. А, у тебя нету, да? Ну я ладно, женщину сам пойду. Женщину забрал тебя. Женщину забрал, все, пойдет. Чисто бонус гейминг. ГГ. Так налегке, причем забрали, да, за один заход. Есть. Эндгейм. Красава. Боеви, диди. Хорошо. Мышку не сломать бы. Ладно, теперь можно подраться. О, жесть. Лего берет на дуэлька, там мышку чисто можно сломать. Урон, где урон твой? 711, погнали, дядь. ГГ. Хорош, ребят, ну это все-таки будет такая вторая фейловая бонусная каточка. Но я так думаю, мы все равно когда-нибудь добьем этих дедов в целом этим контентом. В этой катке немножко у нас не удалось. Ну, попрошу вас чисто лайк за наше старание, потому что, ну, все-таки хоть что-то тут и было, изичный колодец такой. Ну и, ну, фейлы есть фейлы, ребят. В целом... Пишите комментарии, понравились ли вам эти каточки или нет, друзья, и буду очень рад, если будете поддерживать. Ребят, вам спасибо за то, что помогли сделать этот видосик. Спасибо. Да, пожалуйста.
От души, пацаны. Ну и, как говорится, увидимся в следующем видео. Ну и на этом все, друзья. С вами был Ксеназис и до скорого. Всем пока. Вот, вот это другое дело. Всем пока. Короче. Давайте. У меня такой геймплей интересный был. Я просто сидел вот в Найксе, сколько он мне там, минут 20 просто сидел и наблюдал одной мышкой, играл. Вот я больше ничего не делал почти. Нормально. Ребят, в общем, давайте. Всем спасибо еще раз. И в next видосе увидимся.